Слава Тебе, Господь наш, слава Тебе, Дух Святой. Я прошу Тебя, Дух Святой, двигайся сегодня так, как Ты хочешь. Возьми все под свой контроль. Возьми все под свой контроль. Во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя распространяется с этого места. Из-под порога храма течет живая вода. И Ты сказал, что церковь Твоя — это столб и утверждение истины. И пусть церковь Твоя на этой земле, в этом городе, в этой земле утверждает Твою истину. А истина Твоя и Слово Твое. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы будем еще поклоняться Тебе всей нашей жизнью, всей нашей крепостью, всей нашим сердцем, всем своим естеством, Господь. Потому что это и заповедь. Первое и самое главное. Аллилуйя. Стоит только ты.
достоин только ты, достоин только ты. Всех возвеличен, пусть ты на небе.
ли ты? Достоин только ты. Достоин только ты поднять и хвалы. Потому что ты был верен. Ты был верен тому, к чему призвал тебя Бог. Ты, будучи Богом, ты был там, когда был мир сотворен. Ты был там, когда был сотворен человек. Но ты согласился принять на себя все грехи человеческие, чтобы каждый из нас мог приходить к трону Отца. Достоин только ты. Достоин только. Годом в твоей жизни. And if you work in a school,
Если вы работаете просто в школе, you can also come. Вы также можете выйти. Подойдите поближе. We're gonna pray for them. Мы помолимся за них. We have what we call the mind of Christ. У нас есть ум Христов. There's something called that. Есть такая вещь ум Христов. Do you know what that mind is? И знаете, что это за ум? The disciples themselves. Сами ученики. And the Pharisees. И фарисеи. Everyone. Все. They were amazed. Они были в удивлении. At the wisdom from Jesus. От этой мудрости Иисуса. And we can pray. И мы можем молиться. That the mind of Christ. Чтобы ум Христов. Is upon them. Был на них. Things that. Are so difficult to understand. Те вещи, которые очень тяжело понять, can become so simple for могут стать очень легкими и доступными для них. How many people did not like, does not like mathematics? Сколько из вас не любили математику? Right? It's still difficult for some people. Для некоторых это до сих пор очень тяжело и сложно. Mathematics for me. Математика для меня. Is like eating. Это как есть. It was so easy. Это было настолько легко. The mind of Christ. Ум Христов. And we can pray that same prayer for them. И мы можем молиться этой молитвой и за них. So just stretch your hands. Поэтому прострим свои руки. And we agree and pray. И вместе помолимся, согласимся. Father, we thank you. Отец, мы благодарим Тебя. For the children that you have given unto us. За детей, которых Ты доверил нам. We believe they are blessings. Мы верим, что они являются благословением. Father, we pray right now. И Отец, мы молимся сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. That they receive the mind of Christ. Чтобы они приняли ум Христов. Father, as I lay my hands on them. Отец, как я ложу свои руки на них. I pray right now. Я молюсь сейчас. For the spirit of understanding. За дух понимания. And the spirit of knowledge. И за дух знания и мудрости. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Books are open for them to understand. Книги и учебники открыты для них, чтобы они поняли. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса. And I pray for security, safety. И я молюсь о их безопасности. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Any surrounding that is not of from God. Каждое окружение, которое не от Бога. They will not get into it in the name of Jesus. Они не попадут в него во имя Иисуса. Father, we pray. Отец, мы молимся. In this semester. В этом семестре. In this year. В этом годе. And even forward ahead. В этом году и даже после этого. They shall be used by you. Они будут использованы Тобой. In the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. They shall find peace in you. Они в Тебе найдут мир. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Thank you, Father. Спасибо, Отец. We give you praise. Мы воздаем Тебе всю славу. In Jesus' mighty name. Могущественное имя Иисуса. Amen. Can we clap for them? Давайте as we go похлопаем them. Им, пока они идут на свои места. Hallelujah. Спасибо. Thank you so much. Спасибо огромное. Thank you very much.